Всем привет, ребята! Вы на канале Евелис! Сегодня я Ин, Ализа, Венсдей! Ну что ж, погнали! Погнали! Академия! О, привет, Венсдей! Ну, привет, Энни. Венсдей, что такая хмурая? А, ты же всегда хмурая! Вот поговорили. Вэнзи, смотри, какой прикольный мишка! Да нет. Вот это что? Вэнзи, бедный мишка, не будь его хороший. Взаимно. Вэнзи, погнали за парты. Фу, пошли. Фу, чё у тебя на лице? Как с моим лицом? Где? Что? Как? Где? Что у тебя? Что у тебя за глаза оканчивают? И губы розовые. В смысле? Мейкап! Везли, мейкап! Почему у тебя его нет? Эх, красиво это. Это некрасиво. Ну у тебя же губы какие-то черные. Это от природы. Я Везли. О, звонок прозвенел. Слышу, Везли, пошли на урок. Пошли. Че, моя кровать? Это розовая и пушистая. У меня вот большая идеальная черная. Только жалко, что не черная. Ха, еще большая. Это же прикольно. А ну быстро слезай с моей кровати. А что? Что? Не слезешь, узнаешь. Да хватит ты уже быть такой хмурой. Лучше бы была девочка-пипевочка, как я. Я Венсдей. Я не должна быть розовой. Ну, на лучше это твой, может, как это он, закон или как там, то, что ты Венсдей. И сделай розовый. Мне не нравится розовый, мне нравится черный. Смотри, какие у меня хорошие туфли. Ну, конечно, не туфли, а сланцы. Но зато розовые. Ты думаешь? А у меня черный красивее, чем у тебя. А у тебя есть там маленькая розовая? Это розовая, я уберу. У тебя есть свой легендарный танец? Станцуй-ка, покажи. Ну, теперь свой дурацкий покажи. Легко. Легко. Фу, какой ужасный танец. У меня песня прикольная. Смотри, какой у меня водок. А у тебя никакого водка нету. Мне он не нужен, он некрасивый. Ну и чё? Хочешь узнать мою песню? Или ты уже знаешь? Знаю, но все равно спой свою дурацкую песню. Естественно, у тебя песни фу. Ты свою спой. Да легко. Кататка-ката. Голая твоя песня. И танец тоже фу. Как будто бы у тебя. На! У тебя вкус вообще никакой. Как будто у тебя какой. Пойдем покушаем, Везли. Пойдем. Да, походу мы сильно рано либо поздно пришли. Только стакан воды. Ну да. Очень вкусная печенька. Да, тут только с сахарами давиться. Пойдем лучше к нам в комнату. Давай. А, здесь оказывается надо заказывать. Два гречку возьмем. Ну давай, только она не вкусная, ну ладно. Ох, на ужин мы сходили. Это значит, уже за окном темно-темно, а надо ложиться спать. Давай ложиться спать, Венсдей. Спокойной ночи, пора спать. Спокойной ночи, Венсдей. Спокойной ночи. И всем пока! Вы были на канале Ев и Лис. Подписывайтесь на наш канал. Кто хочет вторую серию Венсдей, то мы ее снимем.
Да.